Игорь Ляшупкин, чемпион в беге на 800 метров. Скажи, пожалуйста, очень тактически хорошо ты разложил дистанцию. Помогло ли тебе это? Знал ли ты заранее, что так будешь бежать? На самом деле, было очень много различных мыслей насчет этого бега. Вот. Но с Божьей помощью добежал. Спасибо тренеру и моей команде, которые верили в меня, помогали всячески. Это бег благодаря всей моей такой дружной семье. Это здорово, потому что ты финишировал с улыбкой на лице. Это было видно, но сейчас, конечно же, усталость присутствует. Поздравляем тебя еще раз и ждем результата в дальнейшем. Спасибо большое. Поздравляем еще раз Игоря. Но у нас в высоте... Да, на 2.33 перенес третью попытку, единственную оставшуюся, Даниил Цыплаков. А вот Миша Акименко пропускает 2.33. В общем, наверное, все правильно делает тактически.